В летнюю пору свежие фрукты и ягоды пользуются особым спросом. Торговые точки ежедневно собирают массу любителей клубники и черешни, а недобросовестные продавцы, пользуясь возможностью, производят сбыт продукции нелегально. В Ленинском округе прошел рейд, в ходе которого были проверены торговые точки на бульваре Зеленой аллеи. Сотрудники ОМВД России по Ленинскому округу совместно с представителями администрации выявили точки, на которых продукция реализовывалась незаконно. Участковые доставили в отдел полиции двух иностранных продавцов, которым придется выплатить штраф в размере 2000 рублей. Сейчас участковый подъедет, заберет вас, протокол составит. На первый раз штрафом отделаетесь, а повторно будет с выдворением. О нарушениях, связанных с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности на территории муниципалитета, сообщайте в отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации округа по телефону 8 495 541 74 44 или по телефону дежурной части 8 495 549 0500. Работа по выявлению несанкционированной торговли в рамках соблюдения законодательства на территории округа будет продолжена.